На протяжении всех 4 дней в нашем турнире принимают участие только студенты Мордовского государственного университета. И количество достаточно велико. 175 человек на протяжении 4 дней будут бороться за звание чемпиона. На сегодняшний день молодежь у нас находится в виртуальном мире, и я думаю, что не осуждать нам надо их за это, а туда, к ним, с полной силой. Дисциплины, как CSGO, они нужны для того, чтобы показать свою реакцию, умение стратегически мыслить, ну и другие специфические качества.